Совместные командно-штабные учения ТТФ направлены на отработку действий по нанесению превентивного удара Северной Кореи. Учения будут проходить на авиабазе ВМС США в Калифорнии. В них примут участие 40 представителей оборонных ведомств и министр двух стран. Главная цель состоит в отработке маневров по нанесению превентивного удара по северокорейским стратегическим вооружениям. Северная оценить оружие массового уничтожения. Планируется удостовериться также в потенциале ядерного атомца, который обеспечивают американские танки. В настоящее время реализуется лишь 47% задач по улучшению ситуации на рынке труда. Определенных в рамках договоренности достигнутые между правительством, профсоюзами и работодателями Республики Корея. Об этом было заявлено 23 февраля в ходе заседания Кабинета министров. Заявлением о рассмотрении в Национальном собрании законопроектов и формировании рынка труда. Среди задач, которые находятся в замороженном состоянии, по вышеуказанной причине, рабочего времени, среднедолгосрочных рабочих мест, укрепление мер поддержки безработных. Третья задача готовится изменение системы начисления выплаты заработной платы и вопрос о оплате труда. Реализуются они лишь частично из-за отказа профсоюзов сотрудников. Южнокорейская сборная занимает второе место в общем мировом зачете по итогам двух зимних юношеских олимпийских игр 2016 года, прошедших в норвежском Лиллехаммере на первом месте США, на третьем месте России. Юные южнокорейские спортсмены завоевали 10 золотых и серебряных и 3 бронзовые медали. Многие надеются на хорошие результаты на зимних олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Лыжный гонщик Хаким Магнус выиграл 2 золотые медали. В спринте свободным стилем он завоевал серебро. Южнокорейская сборная завоевала соревнования по сноуборду с разными дисциплинами по конкурентному спорту. Южнокорейские спортсмены завоевали 5, а еще 3 золотые медали. В прошлом году южнокорейские граждане установили новый рекорд по транзитными танками за рубежом одновременно с ростом количества поездок. По данным Банка Кореи, данный показатель составил 13 миллиардов 264 миллиона долларов, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году. Это максимальная отметка за отпущение вируса МЭР. Сумма расчетов, которые перевели на станции в Корее, оплачивать на 15 марта сообщили Корейской ассоциации по дуске компании Google DeepMind в ходе пресс-конференции совместно проведенных в Сеуле и Лондоне. Чемпион Ли Сэдоль и Альфа-Го сыграют в партии. Призовой фонд 1 миллион долларов. Сам Ли Сэдоль выразил уверенность, что сумеет обыграть программу. Прямая трансляция будет организована на видеохостинге YouTube. Ранее программа победила чемпионная игру, что стало настоящим прорывом, поскольку и прежде Альфа-Го побеждал лишь игроков невысокого. 20 февраля в Москве. Республики Корея в России Пак Нунёка и замминистра иностранных дел России Игоря Моргова. Конкретные сообщения на сайте Российского внешнеполитического ведомства обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений в связи с ситуацией на Корейском полуострове. По словам представителя посольства, в ходе встречи был затронут вопрос о программе проведения в нынешнем году визита высокопоставленных представителей двух стран и двусторонних отношений.
мероприятий. Отмечается, что парк Нобелов и Мармулов и касались темы антисеверокорейских. 22 февраля министр по делам воссоединения Республики Корея Хон Ён Пхё встретился с представителями компаний, разместивших производство в этом компании. Однако, с трудностями, с которыми они столкнулись, он заявил, что правительство выработает все необходимые меры, направленные на реализацию работы компании. Он выразил благодарность внимание вынужденных мер по закрытию комплекса «Тесон». По данным метеорологического управления Республики Корея, период с марта по май территория страны будет находиться под влиянием теплого антициклона. Вместе с тем в марте и апреле ожидается холодный ветер. Что касается весенних осадков, их наибольшее количество придется на центральную часть страны, а в апреле на всю территорию. Осадков, по мнению синоптиков, может быть больше обычного. В мае будет более сухая погода. В мае и июне, как и в прежние годы, скорее со стороны Китая придут пульни. На тему дня. Комментарии к некоторым новостям. Сегодня в основном о выпуске новостей. Речь шла об норвежским Лилле Хаммере. На первом месте США, на третьем –
все юные закорейские спортсмены завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали. Таким образом, многие надеются на хорошие результаты на зимних Олимпийских играх 2018 года. В лыжных гонках 2 золотые медали, а в снизу свободным стилем он завоевал серебро. А можно рассказать вообще как-то хотя бы коротко от истории юношеских зимних игр? Решение о проведении юношеских игр было принято в 2007 году. Международный олимпийский комитет заявил, что общие затраты на юношескую олимпиаду не должны превышать 30 миллионов долларов. Чтобы снизить затраты, комитет рекомендовал проводить соревнования на существующих объектах. Юношеские олимпиады проводятся раз в 4 года, плюс 2010 года, а зимние 2012. В них участвуют спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Церемония открытия первых зимних юношеских олимпийских игр состоялась 13 октября 2012 года в Финсбурге. В этом году олимпийские игры состоялись с 12 по 21 февраля в Великобритании. Олимпийские игры прошли с 14 по 26 августа 2012 года в Сингапуре. Вторые 19-28 августа 2014 года в Китае. Ну что ж, давайте поздравим южнокорейских спортсменов. Результаты действительно дают надежду на успешное выступление южнокорейских спортсменов на зимних играх в Пхёнчхане через 2 года. Торговля корейской биржи, ее основной составил во вторник 1424 пункта, понизившись на 2,14 пункта. Индекс акций такой технологичных компаний Косдак понизился на 7,83 пункта. Курсы национальной валюты 1233 вон за американский доллар, 1360 евро, 1099 вон за японский фунт, 15 вон за российский рубль. Пури, погода солнечная, довольно тепло. В настоящее время более 30% студентов полагают, что в
академическом отпуске. Поэтому, когда они будут учиться на выпускном курсе, наши друзья, вместе с которыми они поступили в университет, уже окончат учебу. Поэтому они не чувствуют необходимости делать снимки с незнакомыми студентами для выпускного альбома. Есть еще и другая причина. Корейских футов стоит не меньше 60 долларов, что кажется и без того будем сидеть лишними затратами. Поэтому они не покупают такой альбом. Например, в университете Ханьян число студентов, заказавших этот альбом, в этом году сокращалось на 30%, а в университете Чуган на 40%. Вместо этого студенты начали делать собственные снимки вместе с теми сокурсниками, с которыми они дружат. 27-летний господин Чан скоро окончит вуз. Недавно он вместе с тремя сокурсниками посетил фотостудию. Там за 10 долларов на каждого им арендовали мантию и квадратную академическую шапочку. Студенты сами себя сняли посредством своих цифровых фотоаппаратов. Затем они заказали часть этих кадров в интернет. Итак, они сделали себе уникальный фотоальбом за 38 долларов. В связи с этим, чтобы привлечь студентов корейской фотостудии, предлагают выпускникам сделать альбом в виде DVD, который стоит гораздо дешевле. Однако проблема трудоустройства настолько серьезна, что многие студенты решили не делать выпускной альбом даже в DVD-формате. Раньше на выпускных церемониях принято было фотографироваться с букетами, но так как букеты стоят дорого, теперь их мало кто дарит. Еще раньше перед съемкой многие студенты делали макияж специально салон красоты. Но теперь большинство выпускников красится сами, так как такие студии стоят довольно дорого. Например, 25-летняя госпожа Чон учится на выпускном курсе одного провинциального вуза. Даже в университете есть много салонов красоты, где можно сделать полный макияж за 50 долларов. Но она решила краситься сама, так как до сих пор не смогла найти работу и вынуждена экономить на всем. Отношения столицы и провинции определяют как отношения центра и периферии. Столица обладает рядом преимуществ. Она не только выполняет административные функции, но и является центром культурной жизни. И именно это делает ее желанной для проживания. Как и в России, где достаточно жестко противопоставляют столицу и провинцию, в Корее сила концентрируется на активности всех, в частности, политической, культурной и экономической. Мы уже много раз говорили о хронической проблеме молодежной безработицы. При этом особые трудности в трудоустройстве испытывает молодежь, живущая в провинциях. По данным исследования, проведенного ежедневной газетой «Кёнгян Синмон», большинство молодых, живущих в провинциях, испытывает глубокое разочарование и безвыходность. Они описывают Корею как страну, состоящую из Сеульской республики и колонии провинции. Они с горечью говорят, что основные шансы на трудоустройство и основные льготы имеют именно столичная молодежь. Соответственно, все больше молодых переселяются из провинции Сеул. Например, в прошлом году из провинции Кёнсан-Пукто и Чолапусто уехали в поисках работы 14 тысяч молодых жителей. В настоящее время 54% молодого населения концентрируется именно в Сеуле и его пригородах. В связи с этим в провинциях экономический спад усиливается, а рабочих мест еще больше сокращается. Например, 24-летняя кореянка Мин Со Ын в декабре прошлого года покинула родной город в провинции Чуланамдо и переехала в Сеул. Там она начала готовиться к сдаче государственного экзамена, чтобы стать консультантом по трудовым вопросам. На аренду жилья, питание и обучение она тратит почти 1000 долларов в месяц. Это много, но она считает, что у нее другого выбора. В Сеуле госпожа Мин может получить больше информации. Вместе с ней учатся приезжие со всей страны, даже со спрашивания. Еще один пример. 26-летний кореец Пак Йон Сок живет в Ульсане, провинции Кёнсан-Намдо. Он постоянно ищет информацию о вакансиях. Он чувствует, что из-за нехватки информации подготовка к трудоустройству в провинциях труднее. Он также говорит, что несмотря на развитые информационные технологии, самая ценная информация обычно не доходит до провинций. Молодые, живущие в провинциях, жалуются, что у них на родине слишком мало рабочих мест. Потому им приходится покинуть родной город в поисках работы. 21-летний господин Сэн Сон живет в городе Канэнь, провинции Канэнь.
Канванду. Он делится с другими на две группы. Друзья первой группы уехали из Канмина в поисках работы, а остальные остаются здесь, занимаясь лишь подработкой. Ему кажется, что здесь настолько мало работы, что иногда безработный тоже считается как одна из профессий. Действительно, 86 из 100 самых крупных компаний находятся в Сеуле и его пригородах. По данным Корейского института занятости, в 2014 году 54% молодых искателей работы нашли работу именно в Сеуле и его пригородах. Помимо этого, если посмотреть стабильность найма, служебную продолжительность достижения работы, то больше 60% качественных рабочих мест есть именно в Сеуле и его пригородах. Итак, большинство молодых, которые так и остались в провинциях, не уехав в Сеул, в конце концов готовятся к сдаче экзамена на государственную службу. У них просто нет другого выбора. Корея была одним из главных поставщиков приемных детей в зарубежные страны. История усыновления корейских сиротников, то есть детей, брошенных своими родителями, началась после Корейской войны. На протяжении полувека после войны примерно 140 тысяч корейских малышей нашли новую семью за рубежом. В конце концов дошло до того, что Корея зарубежных СМИ стали называть страной экспортером детей. А почему в самой Корее не хотели усыновлять этих детей? Дело в том, что долгое время в корейском обществе не было традиции усыновления, так как слишком ценилось кровное родство. Конечно, времена меняются, и сегодня сами корейцы изменили свое былое негативное отношение к усыновлению посторонних детей и стали заботиться о них. Благодаря этому с 2000 года зарубежное усыновление пошло на старт. В последнее время Корея часто посещает усыновленные в свое время корейцы. Они создали свою ассоциацию добровольцев корейцев. По словам представителя ассоциации, многие из усыновленных являются талантливыми людьми и обладают профессиональными знаниями. И посредством этих знаний они ведут волонтерскую деятельность. В рамках этого ассоциация вместе с Корейской государственной корпорацией по строительству жилья SH открыла курс английского языка для детей с малоимущих семей. На этих курсах будут работать только те корейцы, которые получили высшее образование в англоязычных странах и не имеют международной сертификации преподавания английского языка. Курсы, безусловно, бесплатные. Представители ассоциации говорят, что они смогут быть хорошими учителями. Они прекрасно понимают положение бедных детей, поскольку сами были из малоимущих семей. А заодно эти учителя, которые в свое время были установлены за рубежом, через такой опыт смогут примириться со своим прошлым и стать лояльнее со своей скоростью. Далее зайдет очередной выпуск рубрики «Мир корейской кухни». А сейчас для вас прозвучит песня под названием «Любовь» в исполнении певца Ха Дун Юн. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
авиабиосуды, приправы, травяные листья, соевые рассыпки, при этом суп непременно есть травяным. Это излюбленное блюдо многих корейских мужчин среднего возраста. Вот бывает, что люди, которые не приносят полный ингредиент супа, ходячий суп, они из-за кухни все не любят или не могут. Особенно это касается женщин. И все же, поскольку питательности и отменные сухарного блюда признают большинство корейцев. В прошлом выпуске мы говорили вам, что самым вкусным супом с ковячей кровью считается французский танкук Сеульского района Санчиндон. Но знаете вы, что от этого района осталось лишь название. На его месте современная застройка. Когда-то Санчиндон танкук можно было построить именно в пирамидах этого района. Это построено собственно в всем Сеуле. В 1940-е годы, когда Корея находилась под японским колониальным игом, в районе Санчиндон каждое утро собрались монахи. Они приходили сюда даже дерево, чтобы подарить голос в курсе острого супа в этом суп. Сначала суп часто заказывали монахи. Он появился и заядлен прибыль. И в тот период района Санчиндон прославился на весь город своим супом от похмелья. Сейчас редко кто варит суп ханчжи танкук дома, а раньше корейцы часто покупали живые говяжьи крови, чтобы приготовить блюдо самим. Возможно, из-за прямой ассоциации с кровью в наши времена этот суп редко называют оригинальным названием ханчжи танкук. Ведь ханчжи означает по-корейски кровь животного. Вот тут все так же часто можно услышать название «Чунгиндон Хитанку» или «Танкион Хитанку». Все это тоже супы с ковяжьей кровью. Значит, корейцы по-прежнему предпочитают их на следующий день после застолья. Вообще, суп животных – это богатый для человека успешный питание. А еще раньше люди верили в то, что кровь животных способна духа. Интересно, что в каждой стране разные народы предпочитают животных в зависимости от крови. Если они используют на одном в Центральной Азии, где коров и свиней было много, то следующие изображения садили усов, а в Китае тех усов. Говорят, что и сейчас более из усильной крови можно приходить на китайских рынках маленьких отдаленных народов. Скорее, из кровяного жира чаще всего варят суп хитанков. В Китае чаще всего используют при приготовлении соевого творога к суду. Ключевые древние твороги трав Санчук Ханду, написанном в песне Кирюси, а в целом твороге с истинной кожи говорят о холодном блюде. Это приятно для восстановления энергии и детоксикации организма. Возможно, именно поэтому появляют суп ясных протокнизма. Там было просто неправдами. На это время заканчиваем. Ждем вас на следующей неделе, если мы приготовим для вас очередной увлекательный рассказ об одном из корейских блюд.
теперь давайте прослушаем диалог еще раз с переводом на русский язык.
Сакраменто, но... Я в восторге, эти два часа я пребывал в состоянии необыкновенной выражали свои чувства и экспрессию. Это надо было видеть. Просто великолепно. Она показала безупречное владение инструментом и очень тонко и точно передавала.
love having hobbies and, you know, things to do on the side, and I'm not making fun of Lima.